Праздник Ноуруз талантливые дети Наукатского района открыли приветственными стишками. К этому дню малыши готовились давно. Садики заучивали стихотворения, несколько раз собирались на репетиции. Основное мероприятие началось на центральном стадионе городка Наукат. Здесь собрались около 2000 гостей. В основном молодежь, жители разных аильных аймаков. Каждое село установило юрты, параллельно соревнуясь в мастерстве. Данное мероприятие направлено на укрепление дружбы и мира между этносами, которые проживают в Наукате. Мы постарались придумать формат и программу, которая была бы интересна именно молодым людям. Это конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры, мастер-классы, розыгрыши лотереи и прочие интересные номера. Думаю, что праздник удался, и все остались довольны. Программы были разные. В специально установленных шатерах проводились мастер-классы по приготовлению разных блюд. Проводились состязания национальных спортивных игр – армрестлинг, тоускоргол, аркантартыш. Лучших наградили ценными призами и подарками. Помимо спортивных состязаний, наукатцы смогли принять участие в мастер-классах по таким видам искусства, как оригами, рукоделие, художественное рисование, а также валяние и шитье из вайлока. Это Коджо-Джаш из Улайка. Мы шили эти куклы из войлока. Предварительно посмотрели фильм до этого, скачали и распечатали фотографии. И только потом вырезали эскиз и шили фигуры. На всех изделиях орнаменты наши, национальные. Изделия очень красивые. Мы научились этому искусству у своих учителей в школе. И с радостью сегодня поделились мастерством с другими девочками. Интересующихся было очень много. Завершился праздник концертной программой и спектаклем, который подготовили школьники и учащиеся местных лицеев. Гульжан Алтмышпаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош.